Поступил в продажу смартфон Huawei Nova 4 самой маленькой в мире фронтальной камеры и 48-мегапиксельной основной. В Китае начались продажи смартфона Nova 4, который стал первым смартфоном Huawei с дырявым экраном. Модель предлагается в двух версиях, отличающимися разрешением главного датчика в основной камере. В JD.com и Huawei в мал смартфон предлагается по $450 за версию с 20-мегапиксельной камерой и 495 за версию с 48-мегапиксельной камерой. Доступны 4 цвета корпуса – красный, синий, бело-золотистый и черный. Смартфон получил экран диагональю 6,4 дюйма разрешением 2310 на 1080 пикселей, тройную основную камеру разрешением 20-16,2 МП или 48-16,2 МП, 25-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенную в небольшой вырез на экране диаметром всего 4,5 мм. В основе лежит однокристальная система Kirin 970,8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. В качестве ОС используется Android 9.0 с интерфейсной надстройкой EMI 9.0. Есть поддержка технологии графического ускорения GBA Turbo.